Здравствуйте, мы хотим вам предложить вот такую темку про один ресурс на Дискорде. Примерно так. Посмотрите вот этот аудио, но не видео материал. Спасибо за просмотр, который вы сделаете. Здравствуйте, я начну делать какую-то информацию в виде видео примерно минут так, ну там не знаю как получится. Ну насчет этого я хочу сказать примерно, что в 2020 году будет много материала об одном ресурсе. Так, начнем. Ресурс называется Discord. Второе, это было первое. Второе, Discord. Там есть такой канал, который сделан каким-то причудливым человеком, где-то, который живет в городе Днепропетровске. Это было название этого города примерно раньше. Сейчас этот город называется Днепро. И этот человек сам себя не афиширует имя. Он просто называет международный кибер-солярис, то есть МКС. Вот взял человека и придумал. Или еще что-то хочет сказать, примерно так. Ну что, третье, Дискорд-канал. Там много людей, которые сидят и себя строят, не зная кого. И мне пепел все время закрывать микрофон. Почему? Да я сам не могу понять, почему это все происходит. Да происходит это потому, что я, вот этот человек, говорю все время прямо вот тем людям, которые сидят по ту сторону, по ту сторону экрана, и сидят и себе строят таких обалденных знатоков. Вот примерно это вступление. Ну, вступительная такая часть или поверительная, вот все. Она тянет примерно на 3 минуты, но мы ее еще удалим, укоротим, примерно так и будет. А я и тут, и вам хочу рассказать про то, что есть один сервер, вот. Ну вот и я и могу и сказать, это все лабуда. Где-то в этом виртуальном мире, где-то сидит какой-то человек. Вот и он собрал себе и таких, как он. Но я не могу вам рассказать и все. Но это будет очень плохо о нем. Я не могу выражать мысли вслух, но примерно это так. Где-то в далеком. Оба-на! И начинается такая украинская лабуда. Где-то в этих дискордных сетях сидит какой-то человек на свете. Я ему говорю одно, что он не прав, а он все говорит одно и то же, только в разных интонациях, да. Ну вот примерно так я изложил свою мысль. Ну примерно это так. Он посмотрит и послушает. Ну ты пойми, чувак, это все про тебя. Но я выражаю мысли так. Но ты пойми меня, как хочешь или не хочешь. Это твое дело. Да, дорогой очень. Пойми, ты очень был всегда неправ, когда говорил о нас, о русских, вот такие фразы, как всегда. Но ты пойми, чувак, это все не так. Русские лучше, чем ты. Ты понимаешь меня так? Примерно так. Я мысль свою озвучил и вслух. Тебе рассудить и разложить по полкам тут. Примерно так я тебе и рассказал. Но ты не будешь прав. Примерно так. Я не могу тебе сказать эти мысли тебе опять. Но ты послушай их таким, таким макаром ты вникни и в них. Но ты пойми, что территория и так не будет вашей никогда. Но ты пойми,
если ты не работаешь, и ты чмо-чмо, человек морально опущенный, ЧМО, человек морально опущенный. Вот и тут на Дискорде я нашел один и сервер, тут сидят и лабуду пускают каждый каждому. И ты пойми, о чем и я, и говорю тебе всегда, но ты не поймешь ты этого никогда, потому что у тебя здесь в этой голове нету ума. Ума, ума, у тебя никогда и не было ума. Но ты украинский стервозный чувак, и ты собрал вокруг себя клубок, и ты дергаешь, вот и все. И я и тебе и обосную все, и ты пойми меня, что я и прав. Но твой канал это ничего, ты в твиттере собираешь все говно, и ты потом выкладываешь на нас. Ну я же класс, а ты говно, как всегда. Вы нам отдайте то, что вы взяли, но все. На этом все и так, и сто и раз ты повторяешь одно и то же, и вот и все. И я говорю, и это вслух о твоем канале, и тут и я и соберу материал, и выпущу его, и так, что тебе и будет факт. Тебе и будет факт. Тебе и будет факт, и ты умрешь в своей слюне, которую ты плюешь на нас, на жизнь, и РФ, и все, и будет класс у нас, а не у тебя, вот и все, тебе я больше ничего не расскажу, и вот послушай этот разговор, вот и все, о-о-о-о-о.